саженцы актинидии Hardy Red. Это быстрорастущий сорт с красивыми и очень вкусными плодами. Ягоды созревают в первой половине сентября. Употреблять их можно вместе с кожурой. Плоды продолговатые, слегка плоские, длинные от 3,5 см и шириной 1,5-2 см. Бордово-красные как изнутри, так и снаружи. Плодоносит кустарник на 3-й-4 год. Высаживать саженцы актинидии Hardy Red рекомендуют в солнечное, теплое место с влажной, хорошо дренированной и плодородной почвой. Для опыления и завязывания плодов необходимо поблизости мужское растение. Белые цветки диаметром от 1 до 2 см появляются в июне. Актинидия аргута Hardy Red – это лианы высотой от 300 до 405 см. Цветет растение в месяц май. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.